Кто может летать, не имея крыльев? Кто может сражаться без устали и оставаться без шишек и синяков? Кто он? Современный супергерой. Кто умеет использовать то, что не умеют другие? Да, это он, супергерой. А где он прячется? В современной школе. Если подумать... Разве директор — это не супергерой? Он может все. Так же и я, каждый день сталкиваясь с новой задачей и решаю ее, будь то ФГОС или точка роста. Наш директор — вечный двигатель школьного прогресса. А как быть иначе? Общество доверяет ему самое дорогое. Нас, детей. Только директор со своей командой способны вырастить настоящего человека. Мне пришлось стать мастером на все руки. Зачитать себе способность к перевоплощению, молниеносную реакцию на все изменения и нововведения. Куда там голливудским суперменам, железным человеком и женщинам-кошкам? Директор круче, чем все выдуманные экранные персонажи. Наш директор – это супергерой. Да, вам не показалось. Мне пришлось стать архитектором. Ирине Викторовне пришлось строить спортивный зал, вставлять двери, ремонтировать систему отопления, чинить водопровод. Успех директора зависит в первую очередь от способности построить мост между собой и коллективом, родителями и учениками. Открытое общение является ключом к созданию здоровой, дружественной атмосферы и успешного обучения учащихся. Знание основ менеджмента, требования реформ современного образования помогает мне осваивать работу с кадрами. Ирина Викторовна всегда знает, когда нужно приправить свое педагогическое блюдо. Щепоткой соответствующего ситуации юмора. Или уместным отступлением. Кому нужны вялые и безинициативные учителя? Да никому. Именно поэтому она умеет вовремя реагировать на ситуацию, где нужно помешать, добавить меда или же красного жгучего перца, посолить или выждать 5 минут до полной готовности. Но самое важное в ее кулинарном шедевре – поддержание оптимальной температуры коллектива, чтобы каждый учитель мог быстрее включиться в работу и чувствовать себя уверенней. И тогда результат не заставит себя ждать, сварится коллектив готовых подставить плечо, идущих с директором в одном направлении, видящих главную цель деятельности, к достижению которой стремятся вместе. Наш директор – это мудрый и благоразумный правитель, царь Соломон современности, английская королева и Наполеон в одном лице. Она проводит опросы и голосования, прощупывает почву на предмет того, какие темы или задания интересуют ее подопечных. Время от времени я отдаю бразды правления в руки народа, подчиняясь его желаниям, а иногда выступаю на трибуне с учебными лозунгами. Отличаются от всех мировых правителей тем, что никогда не пользуются своим положением в корыстных целях. А все потому, что твердо знаю, что коллектив педагогов способен достигнуть небывалых высот, если чувствуют, что я им доверяю, что они часть сплоченной и сильной команды. Директор при необходимости может метать молнии. Способен концентрироваться за секунды, думать, читать и реагировать со сверхзвуковой скоростью. Ирина Викторовна выдерживает огромные нагрузки, не подвержена преждевременному старению и износу организма. Ее клетки приспособились к постоянным изменениям. Я научилась управлять своим возрастом. Да, трудно соответствовать всем требованиям современного руководителя, так как невозможно закончить 3-4 вуза, изучив одномоментно экономику, менеджмент, юриспруденцию. Так что, супергерой — это наша Ирина Викторовна? Да! Ведь она... Лидер. Менеджер. Тьютор. Человек. Суперчеловек. Супергерой.